Такой зал крутой вообще. У нас только закончился антракт. Второй акт начинают ребята без меня. Но я сейчас пойду смотреть, потому что каждый раз по-новому. Хорошо, что вы меня оставили. Ну, конечно. Я ведь, когда музыку слышу, я про все забываю сразу. И я. Йошкар-Ола, спасибо вам, спасибо за цветы. Посмотрите, как много. Спасибо, спасибо, спасибо. Все привезу, все почитаю, все вам покажу. Спасибо за такой прием. Я вас люблю. Йошкар-Ола, молодец! Ну еще выдержала! Ну еще Жека клевый был. Жека был клевый. Жека был клевый. Ты меня смешил. Почему ты делал так? А я видел, кстати, как Оля кололась на... Классная песня! Просто едем по Йошкар-Оле, едет девушка, слушает мою песню. Доехали до Чебоксар, до дома, потому что мы живем 3 дня здесь, а где я живу, там всегда мой дом. Представляете, я уснула в машине. Так что мы кушаем и спать. Ты понял, я забил. Себе? Кому себе? Вон там гол. Да себе, ты же в красном играешь. Ну хоть кто-то забивает в этой стране. Хороший. А ты? Я не забил. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Я не попал. Ты что, и эту песню? Я не попал в хит-парад моих мыслей. Так, мы сейчас идем, слушаем мой альбом и учим мои песни. А вот кто бы подарил еще? За что? Детство, ты... А, ты не попал в хит-парад моих мыслей. А дальше! А я люблю так сосиски. Что? Отлично. Яночка, мы поздравляем тебя, Яночка. Яночка. Я вот Олю поздравляю прям в ухо с твоим днем рождения. А я прям Яночка, днем рождения, Яна. Янусик. Зайчик наш, мой зайчик.
сок, свежевыжатый апельсин, лимон. Жду салатик и борщ. Кушаю и буду отдыхать. Завтра новый день, новый спектакль, новые эмоции. А тебе что, не принесли покушать? Нет. Ты обиделся и начал есть хлеб, да? Да. Хлеб вкусный. Хватит меня фотографировать, да? Прихожу домой, а здесь стоит еще один букетик с открыточкой. С поздравлением с днем рождения. Спасибо большое вам. А вот посмотрите, какой красивый. Прям целая композиция. И вот, девочки, все забрала. Все, сейчас поставлю вазочку. Читаю ваше послание. Спасибо большое, Ленарочка. Эти воспоминания останутся мне на всю жизнь. Спасибо большое, дорогая. Спасибо. Ну, какие вы у меня. Вы у меня самые лучшие. Посмотрите, какая красивая картина. Так, это у нас от Ани из Йошкар-Оле. Спасибо. Так, и еще подарочек. Ой. Так, что у нас тут? Ленточки. Сейчас, подождите. О, как это мило, как красиво. Посмотрите фотографии. Так, девочки, меня поздравляют с днем рождения. Мари и Ксения. Так, что у нас тут? Шоколадка, спасибо. Знаете, что я сегодня узнала? Что в этом номере в прошлом году жил Владимир Владимирович Путин. Представляете? Я думаю, почему он такой огромный, самый лучший здесь? Счастливая я, очень уставшая, очень хочу спать. Найти бы силы, чтобы умыться, а не сразу завалиться в кровать. Такой хороший день сегодня. Я так и знала, что мне нельзя ложиться, потому что мне сейчас не встать. Смотрите, какие у меня глаза уставшие. Но я встану, потому что надо всегда умываться хорошо, это важно. Следующая сторис уже будет под одеялом, когда я с вами попрощаюсь, умоюсь и отключу телефон. До завтра я буду спать долго-долго-долго. Ура! Приветики. Я сделала то, что ни в коем случае нельзя делать, когда вы очень хотите спать. Я закрыла глаза и уснула. К счастью, нашла в себе силы сходить в душ, умыться. И сейчас съем яблочко и буду спать. Я точно знаю, в какой номинации я могу выиграть в этом году. Самый быстрый сон. Fire when the strong hits you. That's it, friend.